В Одессе стартовала неделя профилактики онкозаболеваний. Каждый желающий может бесплатно сделать маммографию и дерматоскопию. А в урологическом отделении 10-й больницы мужчины могут пройти диагностику на рак простаты. Кроме того, что будут проведены профилактические осмотры, то есть каждый пациент, каждый житель нашего города может обратиться в любой центр первичной медико-санитарной помощи, где ему будут достаточно квалифицированно проведены профилактические осмотры. Если необходимо, будут их направлять на консультации к узким специалистам-онкологам и наблюдать дальше за этим пациентом. Ежегодно в Одессе регистрируют около 3000 случаев онкопатологии. Риск заболевания составляет 25% у мужчин и 18% у женщин. Наиболее распространенные виды опухолей – рак лимфатической системы, рак шейки матки, легких, желудка, молочной железы и рак кожи. За последние два года наблюдается положительная динамика выявления онкозаболеваний. Количество больных онкозаболеваниями оно также растет, как и во всем мире и в Украине. Но выявляемость стала лучше. То есть выявляемость ранних форм рака – это первая, вторая стадия. Запущенных форм стало меньше. Каждый семейный доктор на сегодняшний день оснащен, во-первых, дерматоскопом. Это тот прибор, который позволяет выявить онкозаболевания кожи достаточно на ранних стадиях. Конечно же, это профилактические осмотры молочных желез у женщин и у мужчин, как сказали, для профилактики и выявления рака молочной железы на ранней стадии. Диагностика заболеваний щитовидной железы. Врачи рекомендуют ежегодно проходить медицинский осмотр. Люди, которые попадают в группу риска, должны обследоваться чаще, раз в полгода.